Послушайте, ну чем она хуже Ольги Бузовой? И почему бы ей не попробовать стать, например, певицей? Забирай меня скорее, увози за 100 морей, и целуй меня везде, 18 уже. Итак, вы думаете, что у Дианы реальный талант, и она может петь? Друзья, сейчас мы отключим сведенную профессиональным звучком фонограмму и... Забирай меня скорее, ересь, я не могу это два раза повторять. Хорошо. Надо признать, Диана самокритичная девушка и правильно оценивает свои вокальные способности. Она послала наушники вперед по звуковой дорожке.